Друзья, посмотрите, какую жемчужинку мне удалось найти на Баняфесте. Это печь Варвара. Сейчас я зайду в парную, надеюсь, меня туда пропустят. И посмотрю на печь изнутри. О, как раз очередная порция счастливых отпарившихся людей покидает эту баню. Можно я пройду? Конечно, проходите. Проходите. Раздевайтесь. Раздевайтесь, да? Ух ты! Какая красота! Очень необычная печь. Печь с закрытой каменкой. Заливная горловина. Вода подается в нее. Сейчас я попробую подать. Немножко, совсем немножко. Камешек, кстати, лежит специально здесь, для того, чтобы брызги воды не попали на тех людей, которые находятся в парилке. Ох-хо-хо-хо-хо! Печь работает просто изумительно. Тишина и очень-очень-очень легкий пар. Знаете, я, наверное, все-таки попарю сегодня на Баняфесте и получу свою порцию легкого пара. Печи Варвара, они мне настолько приглянулись, что я думаю, скоро они появятся в ассортименте компании Farnax. Заходите на сайт farnax.ru, ищите новинки, следите за их появлением. До встречи, пока!